Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зубом. Ну и сегодня будем играть на самом лучшем, на мой взгляд, ну, чисто под, с точки зрения сбалансированности, идеальности какой-то там мнимой. Ну и это мой был самый первый персонаж, на котором я там апал рейтинг, вообще было самое крутое на нем играть. Это Лиз Никс. Играю через такой сетап, в принципе ничего особенного такого в нем нету. Выживаемость, хилочка, ну и на урончик гранатки с дробовичком. Уже без дробовичка на Никсе, конечно, делать нечего. Хотя раньше играл через маточку, чтобы брать более высокий рейтинг. И, в принципе, было новым. У нас, к сожалению, сейчас легкий режим, но зато сейчас можно будет посмотреть те же схватки один на один. Блин, мы сейчас все заспавнились в одном месте, но за счет того, что у меня Никс крутой по скорости, можно будет спокойно сейчас доставать быстро аптечки, дроп и все такое. Пока противники будут там что-то мутить странное. Блин, у меня гранат сейчас нету. Гранат, в принципе, один из таких основных артефактов на Никсе. Блин, ну как же можно было промахнуться, а? Только не попади в меня, пожалуйста, ботик. Так, ботик у нас не убивает меня, это хорошо. Ну что, пойдем искать нашу первую добычу. Там Брюс сделал легендарный дроп. Нам нужно сейчас срочно граната. Очень срочно, потому что без гранаты мы будем не настолько жесткие. Так, вижу тут 10-го бака. Граната у меня до сих пор нету. Бака я шотнул. Кенгуру Молли мы сейчас тоже шотаем. Ну и все, ребятки. Вот такой вот геймплей на Никсе. Чекайте. Идеальный. Лучший персонаж в игре. Пришел, увидел, победил. Как-то так. Как-то так. Причем видели, как быстро взялась серебряная граната? Я даже ее не видел, она сама по себе взялась. Наверное, когда бак умер. Эх, прекрасно. Прекрасный геймплей, прекрасный Никс, прекрасная карточка, прекрасный комар в янтаре, да? Комарчик, ты как? Он никак. Так, ну чё, будем кого-то искать, наверное? А то что-то скучно. Я минус 3 сделал, пойдемте кого-нибудь найдем. Тун-трун, да, давайте спрячем наш легендарный дробовик, а то как-то выглядит слишком пафосно. Еще их испугаем кого-нибудь случайным образом. Я знаю... А нет, жирафа мы... Нет, жирафа мы не убивали. То есть там стоит где-то жираф. Это нужно понимать. Жирафам будут проблемы, поэтому лучше, наверное, играть там чисто через домик, через что-нибудь вот такое вот, чтобы можно было спрятаться от великого жирафа. Хотя, наоборот, надо жирафам сближаться в любом случае. Но это такое. У нас сейчас осталось много противников. Зона сближается к виде-центр. Причем красивенько в центр сближается. Я занял уже лидирующую позицию. Знаете, как в PUBG или PUBG, неважно, как он там называется. Занимают дома, типа, в центре зоны, типа, и отстреливают всех. Так и я буду сейчас здесь стоять и всех отстреливать. Главное, чтобы жираф меня не откидывал своим копьем. Знаете, когда ты вот так где-то стоишь, да? Вот так вот где-то стоишь. Жираф стреляет вот сюда вот своим копьем, да? Вот так вот копье пролетает. И тебя вот так к стенке просто откидывают. Кто вот сюда вот. Это такое, я пока дробовичком не буду пользоваться. Ну, как бы, зачем мне его убивать, правильно? Можно же повеселиться. Здесь лишь... Главное, чтобы это веселье не зашло слишком далеко. Оп. А, видите, тут жирафчик, кстати. Жирафчик, кстати, у нас тут прикольненький. Непростой. Однозначно непростой. Мы сейчас его уничтожим. Ну, конечно же, уничтожим, ибо нефиг. Не будь жирафом! Не играй на жирафе, иначе я буду тебя хейтить. Да блин, ну какой же ты жираф такой, а, попался? Задёристый жирафчик попался. Очень как-то он быстро сюда от меня уходит, странно это. И какой-то живучий. Однозначно живучий попался жирафчик. Ничего не скажешь. Гляньте, я даже не могу его зацепить. Но все-таки зацепляем. Минус жираф, победка, все дела. Но жираф был жесткий. Видите, вот насколько вроде бы персонаж не жесткий, да? А на самом деле жесткий капец какой-то. Ну и все, победа, топ-1, изи. Ну тут за счет легендарного дробовика, наверное. Хотя бы я и так, наверное, жирафа развалил. Но все равно жираф прям очень жесткий был. Хотя мне он, видите, не хейтил, да? Он прям на меня так жестко не зацикливался, но все равно, даже против жирафа, с такого слабенького, но тяжело играть. Два хамелеона, бачок, Брюс, акулка, два Никса, черепах. Хотя надо бы к ботику, сейчас я, наверное,
Блин, там серебряный дроп. Блин, что лучше, бот или серебряный? Конечно, бот лучше, честно говоря, ребят. А, игра, ну конечно, ну конечно. Сейчас бы не поотталкивать. Ох, люблю я эту игру за это. Хотя, если тут золотой лук есть, я бы взял. А вот золотой лук. Как прям заказывал. Легендарного бота убивает акул. У меня ни одного бота нету. У меня нету ни одного бота, нету ни... А вот, все, нашел. Странно, что Брюс за ним не пошел. Брюс что, его на карте не видел или что? Я не понимаю. Ладно, то дело такое. То дело Брюса, да? Говорится, не хочет он за ботами идти. Его дело. Так, а мы отправляемся за поисками хамелеонов. Всяких слабеньких нубасиков, которые нам могут тут попасться. А вот и Брюси, кстати. Глянь, еще достал до меня. Чудесным образом. Ёпть, Брюс, ты что такой дерзкий, а? У меня нет аптечки одной, чувак. А как сейчас, я сейчас буду драться против легендарной акулы, а? У него-то, видите, легендарная граната есть. И куча аптечек есть. А у меня ничего не было. Точнее, одна аптечка была, но не суть. Ну что, погнали, ребят, будем уничтожать акулу. Правда, мы ее будем сложно уничтожать. Интересно, он играет с маской или нет? Вот я до сих пор бы, наверное, все-таки играл бы с маской на акуле. Кстати, можно будет сейчас после этой катки глянуть топчик. Нет, он играет без маски. Кстати, видели, его не продамажило, да, ребят? Это очень странно. Ну, в плане того, что... Кстати, акул сейчас, наверное, плывет, да, от меня? Или нет? Забираем дропчик. Гранда не кидается, ну, не успевает просто. Очень странно везучий акул, конечно. Ничего сказать не могу. Он еще с этим, с гелием играет. Точнее, с этим кремом огнестойкости. Но мы его убиваем, конечно же. Ну, хотя было близко. Очень много там было шансов умереть у меня. Было очень много. Все-таки вот одна аптечка, которая с Брюса тогда выбила, она все-таки зарешала. Но это я делал все ради легендарной гранаты. Можно было, короче, сыграть получше. Можно было сыграть получше, можно было... Да, блин, ты что, Никс, офигел? Кстати, я могу сейчас отъехать, наверное, придется закинуться по полной. Ошибаюсь, а дробовиком однозначно. Ну, Никс вообще тугой попался. Ну ладно, то дело такое. Зачем он у меня прыгал, когда у него нету шансов никаких? Ой-о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 й
Да ну. Блин. Ну вы видели, как можно было дробовиком промахнуться в притул? Меня еще удивило очень сильно, как Хамелеон, типа, отыграл в плане. Фу. Вот когда он тогда увернулся от моей гранаты, я очень удивился, как он так мог быстро убежать. Вот это реально ульта у Хамелеона так ускоряет жестко. Эх, хочу себе Хамелеончик. Потом как-нибудь возьмем его. Я думаю, всех персонажей будет собрать, потому что... Ну, не такие имбовые у меня остались. Орел имба, панда имба. Вот сейчас просто 7-й уровень панды может не контриться. И Хамелеон, в принципе, такая тоже имба, если уметь играть. Так, я хотел глянуть акула. Давайте посмотрим, берут ли маску. Давайте глянем быстренько. Да, маску берут. Играю через максимальный урон от ближней атаки с напалмом. Через косточку. Через кофе на акуле. Ну, понимаю. Да, маска все равно приоритетный артефакт. В любом случае остался. Ну, потому что это суть акулы, и ее как бы поменять сложно. Хотя занерфили ее вообще сильно. Я не могу... Блин, не успел глянуть ботов. Я не могу сказать, что вообще маска... Типа сейчас нормальный артефакт. Ее просто очень сильно изменили. Ухудшили. Ну, реально, там 4,5 секунды. Это сейчас у меня вроде бы 4,5. Может там... Ой, какой лаганный бомба. Ты что делаешь, чувак? А кто там ему помогает? А, то бот. Фух, я думал, то жираф уже. Смотри, что-то оранжевое такое. Думаю, какой лаганный, капец. Бедный чувак. Ты еще боты навалом. А, вообще. Атака. Кстати, могли бы разрабы замутить ивент зомби. Там же этот, будет Хэллоуин. Могли бы на Хэллоуин что-нибудь такое замутить. Не знаете, против ботов драться. Ну, а что нет? Ну, вряд ли они это замутят. Это же разрабы. Обойдемся, как говорится. Падает гранатка. Шикарно. Я даже побольше чуть хпшки потрачу. Ну, давай, Ботя, кидай гранату. Давай. Попал, хорош.
жесткий ботик. Но это все я делал для того, чтобы не досталась аптечка для какого-нибудь нашего противника, вот, к примеру, Хамелеона 10, да? Он же сейчас по-любому без аптечки играет. А что он через воду как-то пытается отыграть? Странно. Странный Хамелеон, но будет сложно против него играть, если он сможет по мне пробахать. Так, ну Хамелеона я не буду загоняться. Видите, там жираф меня контролит. Жирафская морда. Я в жирафа то ли чем-то попал, то ли еще что-то, не пойму. Ну, жирафом на мосту сложно играть, однозначно. Видите, насколько жесткий жираф, да? А в воде ты что, не такой жесткий, да? Жирафская морда. Немножко я сейчас не отыгрываю правильно, но... Эх. А все, ГГшечка. Я даже гранату кинул не туда. Пришлось тратить на жирафа еще одну аптечку. Ой, жирафы, какие же они жесткие. Видите, вот 8 уровень против легендарной гранаты на Никсе, против всего этого. Но если бы я, конечно, не атаковал его, а именно там мансил, как-то больше от позиции играл, то, наверное, я бы меньше хп потерял. Возможно, но это не точно. Все-таки у жирафа дальность выше, ему легче закидывать. И это все как бы, ну, отпечаток такой ложит на игру. Ну что? Не знаю, есть там кто-то, нету, но... Кенгуру какой-то немножко странный. Блин, не долетать до него ничего, ну... Бронзовый лук, что я могу сделать? Я случайно аптечку заюзал. Прикалывайте, нажал, короче, на лук и случайно на аптечку попал. Боже мой, он на кенгуру играет с косточкой. Это патология. Там еще Брюс есть? А вот так вот, ребят. Ой, жесткий слишком кенгуру по урону. Это да. Сам играл. Ну блин, если бы я аптечку тогда сейчас, ну сейчас не заюзал случайно, все бы было бы по-другому. Но я это сделал. Я просто случайно заюзал аптечку. Ой, умею, чё. Ладно, давайте последнюю карточку, надеюсь, победную. Так, у нас ботик легендарный здесь. Никс, Джейдушечка. Там еще акула Финн был. Попробую сейчас ботика быстренько раскидать с помощью гранатки. Не знаю, получится, не получится. Надо быстренько. Ботик, ну где ты там ходишь? Дорогой ты мой. Мой ты хороший. Дробовичок мне серебряный принес. Итак, сейчас идем за легендарным ботом. Где-то бот вот был здесь. Я, правда, не помню где. Так, убиваем. Мне, правда, хиляться не надо. Сейчас просто аптечка лежит себе, ничего не делает. Надо будет... Надо легендарного бота искать. Где он? Где легендарный бот? Я видел его где-то снизу. Где-то... Так, вижу, Хамелеон взял легендарное копье. Окей, иначе мне легендарный бот больше не нужен. Ясно, понятно. Так, подождите, это ж не тот Хамелеон? Который это сделал, да? Ага, обойдешься. Белый флаг тебе. Да ну... Видите вот этот, ребят, белый флаг показывает, да, сам нападает, тихоря, в инвизе. Типичные белые флаги, ребят. Типичные белые флаги, да. Это был не легендарный бот, вроде бы, да? Да, не легендарный, видите, у него даже копья вроде бы не было. Легендарный Хамелеон нас еще поджидает. С ним будет сложно драться. Он, кстати, может копьем мне сейчас зафигачить спокойно. А, не достаю. А что он делает? О, вот это ошибка. Вот это ошибка кенгуру. А вот и легендарный хамелеончик, наверное. Дробовичком по нему промахиваюсь. Что-то не сработал твой капкан как надо, да, чувак? Ну, это вообще беспредел, ребят. Вы видели, а? Беспредел от хамелеона, просто беспредел. Просто быстрее меня двигаться.
Это капец. Это просто, понимаете, просто быстрее меня двигается и все. Обидно, обидно очень. Да, это он был с легендарным дропом. Конечно, ну... Ну, ладно. Ладно, ребятки, на этом закончим. Вот такие негадки получились. В принципе, Никс идеальный персонаж. Если бы я просто играл на нем немножко получше, то было бы все хорошо. Но так получается, что получается, как видите сами, да? Конечно, были бои бы их побольше, было бы поинтереснее. А так, такие вот хамелеоны побеждают. Ладно, ребятки, на этом закончим. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Кстати, в скором видео, скоро, наверное, выйдет видос по Доне. Я ее попробую, ну, я прокачаю, да, насколько смогу, я тут уже очков накопил. И попробую за нее поиграть. В общем, как говорится, что будет, то будет. Ставьте максимум оценку Зубе. Ну и на этом все. Всем пока-пока.